Добрый день, с вами канал Малорама. Новый сценарист сериала «Зимородок». По информации журналистки Бирстен Лунтаж, новым сценаристом популярного сериала «Зимородок» для третьего сезона стала Зенеп Бонче. Ранее эту должность занимал Мехмет Барышгингер, который официально попрощался с проектом после финала второго сезона. Зенеп Бонче уже успела себе зарекомендовать, работая над сценариями таких сериалов, как «Дочь посла» и «Жар птицы». Однако для «Зимородка» этот проект станет ее первым сольным опытом в качестве главного сценариста. Что касается актерского состава и съемочного процесса, Рамазан Демир присоединится к съемкам сериала после завершения работы над фильмом «Мастер на все руки» или «Брошенный человек», где он играет главную роль Джихана, бывшего заключенного. Эдип Тепели исполнит роль брата успешного актера в этой драматической истории о несправедливом осужденном молодом человеке. Буркут Чаврал предстанет перед зрителями в роли жены брата главного героя в этом фильме, который будет доступен на цифровой платформе. Сценарий фильма написали Мурат Юркулак и Денис Мадоноглу, а режиссером выступил Чагры Вила Лостувалы. Возвращаясь к сериалу «Зимородок», выбор Зенеп Бонче в качестве нового сценариста вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Некоторые зрители выражают обеспокоенность, ссылаясь на недостаточный опыт сценариста и не совсем удачные предыдущие работы. Однако многие с нетерпением ждут премьеры нового сезона и надеются, что Зенеп Бонче сможет создать достойное продолжение любимой истории. Съемки третьего сезона сериала «Зимородок» начнутся в конце августа. А что думаете вы касаемо этих новостей, пишите ваше мнение в комментариях. На этом у нас все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!